Белое и черное. На улице осень, а это значит, что пришла пора сравнивать камеры новейшего пикселя и новейшего айфона. Кто из них снимает лучше и в чем вообще отличие, сейчас узнаем. В профессиональном айфоне теперь 3 камеры, а в новейшем пикселе их всего лишь 2, но зато с адским 10x зумом. Вот и затестим, как снимают эти разные камеры. Все фотографии и видео мы будем делать так, как их бы сделал обычный, незамороченный на фотографии человек, то есть в авторежиме и, конечно же, в JPEG. Для начала мы решили протестировать обычную уличную съемку. В общем и целом фото на основную камеру оказались довольно похожи. У пикселя есть тенденция к тому, чтобы делать фотографию темнее, драматичнее и тусклее. В айфоне тем временем зачастую больше деталей, контраста, насыщенности и яркости. Но, конечно, это скорее вкусовщина. За исключением деталей, их все-таки чуточку больше на айфоне. А вот в телекамерах разница более существенна. Пиксель чаще мажет по балансу белого, в снимках с айфона сильно больше деталей. Но, если для разнообразия сфотографировать не пейзажи, а, например, OnePlus, все оказывается не так просто. На обычную камеру фотография с айфона выглядит приятнее, но на пикселе явно больше деталей, меньше искажений и надписи видно намного лучше. Такая тенденция сохраняется вплоть до зума на 8x, на котором очень явно видно победителя. На фотографии с МГУ пиксель решил удариться в HDR на 100%. Видно все в тени и все на небе, но фото из-за этого выглядит очень плоским. Зато вот тебе все детали. То же самое видим, если подойти поближе к зданию. Со второй камерой, правда, все сильно хуже. Стоит взглянуть на окна МГУ, чтобы это понять. А на 8x, как мне кажется, обе фотографии выглядят неюзабельными. Но фотография пикселя совсем чуточку получше. А вот на этом пейзаже iPhone что-то совсем сплоховал. Деталей больше на пикселе, да и цвета поприятнее. Но стоило переключить камеру, и ситуация стала полностью противоположной. Да, пиксель первый, блин, похоже комом. Зато вот чудесный 8x зум справился довольно неплохо. У айфона вот результат явно хуже. Вот еще один пример ярких цветов и как телефоны с ними справляются. Мне здесь iPhone больше нравится. Есть и фотографии, которые надо под лупой прям разглядывать, чтобы заметить разницу, как, например, с этим закатом. Вот с чем-чем, а с макро оба игрока справились отлично. Тенденции тут, впрочем, все те же, что и везде. На пикселе меньше контраста и насыщенности. Гонку панорам явно выигрывает iPhone. Как минимум из-за разрешения, потому что оно тут в 2 раза выше. Не могу не отметить, насколько странно создается панорама на пикселе. Я такого еще нигде не видел, и неудивительно, лучше бы не придумывали велосипед, все выглядит крайне странно и пользоваться этим неудобно. Перейдем к портретам. Сначала с неоднородной текстурой, чтобы камерам было посложнее. Пиксель при переходе в режим портрета почему-то автоматически увеличивает изображение. Мы так и не поняли зачем, но в итоге получилось темнее и цвет кожи не настолько хорош, как на айфоне. К тому же меньше деталей. Ну и только посмотри, какая тут лесенка на волосах. Если же включить вторую камеру, разница заметна еще сильнее. Видно, насколько сильно пиксель уступает в деталях, например, по джеку наушников. Вся текстура слилась в разноцветное нечто. А вот и портреты на однородном фоне, результаты примерно такие же, разве что портрет пикселя ну прям очень темный. Ну и телекамера его менее детализированная, на ней даже надписи мыльные. Сфоткали, кстати, селфи на телефоны и результаты очень разные. Лицо лучше выглядит у айфона, а небо гораздо лучше видно на пикселе. Если включить портретный режим, ничего особо не меняется. Но улица улицей, а самое сложное условие для камер телефонов всегда в контровом свете. Когда источники света не очень большие, этот эффект увеличивается. И да, в нашей студии обе фотографии выглядят весьма странно. iPhone каким
каким-то образом изменил температуру света. На самом деле свет теплым не был. Ну и отражение от света на айфоне видно больше, а пиксель опять ударился в HDR, вытянув все больше, чем надо. Обе фотки так себе. На телекамеру фото на iPhone все же получше, но это уже ожидаемо. А вот со вспышкой iPhone просто-таки вчистую проиграл. Лицо на его фотографии выглядит как плоская странность. Зато в условиях не очень хорошего освещения в помещении даже сравнивать нечего. Пиксель проигрывает вчистую. Причем видно это как в фотографиях с человеком, так и в предметной съемке. В ночном режиме ситуация примерно такая же. А еще интересно было посмотреть, как справятся телефоны с фотографией в совсем уж плохих условиях. И iPhone все-таки немного получше справился. Что ж, пока мы снимали, наступила ночь, пошли на улицу тестировать ночной режим, и вот что вышло. На iPhone получилось очень желтое фото, что неудивительно, именно такой свет там и был. Разве что не настолько насыщенный. Пиксель решил это исправить и сместил баланс белого, сделав здание на заднем плане синим и небо тоже. Зато и деталей в снимке пикселя побольше. Решили проверить еще приближение в 8 раз, и тут уж оставим решать вам. Что лучше, по-вашему? Портрет ночью на айфоне выигрывает очень очевидно. Ну, как минимум из-за того, что на снимке пикселя у меня дерево из головы растет. А на вторую камеру и подавно. С селфи все не настолько по-разному, но все-таки деталей на айфоне побольше. Не могу не отметить, что у айфона есть еще и третья камера, ширик, которой у пикселя нет. Да, она не блещет качеством, но для многих ситуаций вполне себе сгодится. Зато пиксель может подсказывать что-то не особо искушенному юзеру, например, что надо сейчас снять панораму. Поговорим о видео, ведь многих интересует именно это. Отмечу, что iPhone может снимать в 4К в 60 кадрах в секунду с заявленным Apple улучшенным динамическим диапазоном, тогда как пиксель может снимать только в 30. Так что сравним их так. iPhone будет снимать в 4К 60, а пиксель в 4К 30. Первое, что видим, это то, насколько крутая у iPhone стабилизация и, собственно, сама картинка. Но iPhone более склонен к перепадам экспозиции, а пиксель делает картинку светлее и темнее более плавно. Зато в некоторые моменты выдает такие шумы, что мама не горюй. А что там со звуком? Очень холодно на улице, я не знаю, как люди в такую погоду вообще что-то делают. Я просто хочу домой в тепло. Давайте еще пробежимся. Стабилизация. Окей, звук послушали, посмотрим на видео со сложными для телефона студийными условиями. Видео с айфона выглядит больно, и я бы не особо смог использовать его даже для соцсетей. Но вот видео с пикселя это прям ад. Тут в шумах процентов 80 кадра. Это как вообще? Ну и тесты по фокусу. Тут, как ни странно, выиграл тоже iPhone. Круто, что теперь он так быстро фокусируется. Еще 2 года назад такого не было. Но вот в видео на улице ночью iPhone чуть подкачал. И даже если включить 30 кадров, а не 60, то ничего сильно не изменится. Что ж, какие же итоги можно вынести из этого видео? Оба флагмана фотографируют достойно, но, на мой взгляд, iPhone в большинстве ситуаций справляется совсем чуточку лучше, к тому же обладает третьей камерой. Впрочем, вам фото и видео с пикселя, наоборот, могут понравиться больше, да и зум у него просто невероятный, поэтому обязательно пишите свое мнение в комментариях. На этом все. Кто лучше, решайте сами и обязательно напишите об этом в комментариях, не забыв поставить лайк и подписаться на канал. Всем спок! Пау! Черная пятница в Бигик. Ты знал, что этот день наступит, правда? Не как у других магазинов. Никаких повышений цен и понижений в черную пятницу. Мы такого не делаем. Ой, что будет? Что будет? Просто отрыв башки. Пока не могу сказать, но уже скоро будут подробности.